Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей партии на шестерых в Sid Meier's Civilization 5. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всегда интереснее смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра. Сот 22 науки. Мало. Тупо мало. Но американцев будет 1000, если не больше. Нет, я так разрастаюсь за счет ранкровата. Приятно все клетки занимать. Француз, а ты не боишься, что он нас двоих на 18 заберет? Меня не боюсь. Смелый. Ну, во-первых, у меня красный форт и построены все защитные сооружения до военной базы. Во-вторых, я не планирую отменять скоро Великую Стену. Так что он, конечно, может... снимать. Парашютистом как параллельно на стену. Ну, вперед. У меня будут самолеты, которые я буду парашютистов мочить. Я не думаю, что он может Б-17 очень быстро мне снять здоровье с городов. Ну, сам посмотри. У тебя вон 60-55, а у меня 118-100. Ну, это да. Почувствую разницу. Ну и тем более я второй по армии вообще-то. И я не сильно отстаю от американцев. Ну и судя по тому, что он самолеты в Пасаргаде дислоцирует, а не в Персеполе, то, видимо, он все-таки на Пхеньян собирается нападать, а не на меня. Так, это что там? Это да. СБ-17. По перехвату, как там? А, снижает урон на 50% от перехвата. Не знаю, стоит ли вообще тогда строить перехватчики. Так, он в атомной эре, то бишь в радарах. Самолет. Гадалки не ходи, да? Да. Лейдекс. Вы все еще не жалеете, что тогда с ним помирились, нет? Ну, блин, мы ничего ему не могли сделать. Мы на колясках, он на арбе. Интересно, что бы да. А я с ним воюю, и арба его у меня стояла. Он не может на три фронта сразу воевать. Дело же не в том, что вы вдвоем должны были на него нападать, и все. Вся армия у Персеполя стояла. Арба.
А что это малка, это самое, тобой? А вы не помиритесь, что ли? Нет. Это вот так. Ну, где уран на Земле? Поделитесь информацией, будьте так добры. Жалко, да? Что за люди? Я к ним с открытым сердцем, а они... А мы? Не знаю, как они. Как-то не так. Ты же знаешь, если бы я знал, я бы сказал. Все, пошел обстрел. Не, про тебя вообще даже не сомневаюсь. Ты у нас красавчик. Мало кто типа он берет, я не понял. Что происходит? Ну объясните. Дайте. Ну он отстреливать юниты мне начал. Ну, у него пока три, только B-17. Тебе, кстати, Ара, нефть нужна вообще будет? Нефть мне не будет нужна. Мне нужны будут деньги, юниты, вся вот эта штука. Лидер, сделись давай. Подожди, у меня есть план, и очень даже хороший. И он будет намного эффективнее, чем то, что ты сейчас делаешь. Тебе недалеко там еще до них? Линкоры? Нет. Да, нет. Да, нет. Вот зачем мне рабочие железную дорогу проложить, кстати. Так, давайте, наверное, пока без нефти, вот железную дорогу надо. Зачем я их поудалял?
Я вам скажу так. Урана на карте куча. Зеба. Блин, мне не один теперь нужен. Так. Сейчас ученые пойдут. Артист не скоро. Писатель не скоро. Музыкант 7 ходов. Нормально. Может, ты силу шпиона подвинешь? Я вот подумал. Ты мне чем-нибудь поможешь за это? Ну, а что ты хочешь конкретно? Угу. Ты это поможешь? Мне нужно, чтобы ты вынес этого самого Вашингтон. Каким чудесным образом я могу успею вынести? Вашингтон на воде. Да почти, не на воде. Почти на воде. Где такая информация, понимаешь? Там одна клетка от воды. У тебя куча линкоров может его обстреливать. Надо выйти в линкор. Я говорю, убирайте свои заграды.
Слышь, уже в линкорах я надеюсь. Ну, ты ко мне не сажай, я через порядок играю. Я там взял, чтобы шпионы убивали. Вот к этим... Ну, я убрал шпиона из всего. Сажай вот этим, которые... Свобода там, равенство, братство, вот это вот. И воюют, главное, друг с дружкой. Так, у меня уран есть. Это здорово. Так, ну если кореец убрал, то я следующим ходом сопру у него баллистику явно. Блин, а я ее уже изучил частично. Ну, тем не менее. Блин, помочь что ли немного корейцу? О, караванчик можно делать. Но мне не нужно, что-нибудь полезное лучше сделать. У меня, к сожалению, ничего другого нету. А полезное... Оля, там отличная каска стоит. Ну, догадайся. Я тут его долго не удержу, мне кажется.
все равно могу что-то спереть еще. Так, про нефть бы не забыть бы. Ну да, у него столько урана, что он должен тебя там на электростанции строить собирается, я так понял. За промки мало. Ну я 7 урана у него вижу. Ну это при том, что он... Ну я могу сказать, смогу сказать, что у корейца больше еще урана. Корейцы, выходи, уран, посмотри, слушай. Смотрите, как мы все вместе за Карфаген проголосовали. Потому что он красавчик. Зря ты о себе в третьем лице. Че, зря, наоборот. Это тревожный симптом. Че это за вот Манхэттен какой-то? У него че, реально хватит прожиться в Манхэттен? Куда ты, ГГ? В смысле, ну он построил Манхэттен? Чё бы ее не построить? Мне просто стрёмно. Убился от меня капер. Да тут я говорю, тут все будет ветерным пеплем. Причем у всех. А мне хоть насыпали эти парней. Я не знаю, кстати, Карфаген реально иди улетай, потому что здесь сейчас... Иди, вот прям пошел с рукой. Помахал рукой. И сказал, поехали. Ну да. А в радаре только он? Я тоже в радаре. О, значит, у тебя можно будет радар украсть. Когда-нибудь через ходов, так и так. 8? 9?
Шелиндекс, ну ты такой бесполезный в этом конгрессе. Спасибо тебе. Ты можешь что-то вменяемое предлагать? Вот нахера просто предлагать, чтобы против голосовать и все? Так пойми простую вещь. Вот, например, сейчас я предлагаю пойдет. В следующий раз его не делать хостом. По-моему, любой вообще другой игрок будет более вменяемый. Сомневаешься. Решил, раз все за тебя проголосовали, то типа все, можно во все тяжкие. Да. Не поверишь, именно такого мнения о себе. Ты можешь принять автократию, правда? И он умрет от счастья просто. У него и сейчас его не будет. 6. С автократией будет еще веселее. А вообще, еще если он город возьмет, то я не знаю, что он дальше делать будет. Откуда он счастье будет брать? Да не надо ему счастья, он пойдет сейчас все закидает просто ядерками. Да, мне счастье не нужно, это во-первых, во-вторых, я даже не собираюсь в город, я просто эти бомберы качаю. Ты понял, ты это, игрушка для битья, слышишь, Ара? Понял, я понял. Кстати, а алюминий у него есть? Ну вот у него нету алюминия, то есть у тебя есть... Есть немножко алюминия, плюс он, ну, можешь же построить там... За мусорки. Не, ну если в стелсы прямо идти, то есть тут либо мусорки, либо стелсы. Например, если ты пойдешь прямо в стелсы, а у тебя есть алюминий, то ты вполне его можешь забрать. Он же пошел поверх, у него ракетная артиллерия, этот nuclear fission. Нет его внизу, вообще ни разу. Даже пенициллин он открыть у кого-то. Тоже у него? У него, да. Так он бомбоубежище чем-то идет. Да ты не беспокойся, мы не успеем. Так я же не бомбоубежище, я же мобильный тактик. Да, да. Тут же нельзя кидать ядерки, пока не открыта мобильная тактика. Там бомбоубежище под рукой как бы. Без золотого века просто практически в два раза меньше. Производство. Париж, 2 в Орлеан, 2 в Лион. Так, давайте в Париж, наверное, на производство. И в Труа на производство.
Так, когда тут ученый следующим ходом? Писатель 7 ходов. Артист 4. Ну, отличненько. Примем через 4 хода, наверное. Сверите, Саверини. Саверити, блин, не знаю, как правильно. А потом и закроем с помощью писателя и золотого века. Я тут, кстати, хоть на кого-нибудь влияю? Нет, не очень. Фига, тут еще ГГшка, так и знал. Силу не поверишь. Я опять со своим предложением тебе. С каким? А, ну блин. Ну блин, радар возьму. И это все. Будет стоить денег. Каких таких денег? Давай я куплю сейчас все самолеты и как бы закончу. Не будет нет. Че ты будешь? Самолеты куплю. И? И всех заберешь? И поплыву. И че ты? Поплыву. Кудыть? Налево он поплывет, вот, налево. Вот сюда, видишь, где твой этот стоит? Садить, понимаешь? Просто я тут не могу. Как тебе вот... Не понимаю, о чем ты? На шпиона уберу. Как если ты тут еще выиграешь, это будет вообще ржать. Как я могу выиграть? Ты чё, сейчас закидают? Мне что, хватит одной бомбочки куда-нибудь? Все, ГГ. Там же Оксфорды, Хероксфорды, закрытие всяких рациков. У него он один до закрытия, так что... Две техи считаете на ура. Ну ты в курсе? И полетела, красава. Тебе же еще в ядерные подводные лодки хотя бы выйти, чтобы кидать с моря. Да я разберусь, только мне еще до туда идти, как... Все, в Персеполе куплено, ну или перебазировано. Она построена. Перебазировано, наверное. Да без разницы, сейчас полетит. Не, ну он еще... Интересно, так, да? Пока его нету. Ну у него Шоксворд, и это самое, и рацик закрыт. Это в один ход делается вообще, на ура. Два хода Оксфорд. Да, вот тут я сглупил. Надо было рационализм закрывать, а не принимать вот это вот. То, что я принял. Он меня на Париж скинул. И на Орлеан. Ну что там, теперь высадка пошла, я так подозреваю. Нет. Странно, а что тогда? Че кидал тогда?
Я тут ядерную зиму решил устроить. Просто кидает на всех. Хороший человек. Вон еще одна ракета. Мы же не сдадимся, ты же понимаешь? Особенно я. Ну, Лидексу сдаваться было бы глупо просто. Сидел себе, говорю. А там бум-бум. Не, мы можем проголосовать за то, чтобы Лидекс сдался. Я считаю, нормально будет. Да, не будет это. Сколько тут? Оксфорд все равно два хода. Нуклеомисл, блин. Так, давайте мы, наверное, купим бомбардировщики. К сожалению, вынужденная мера. Всего две штуки купим. Главное в начале их следующего хода перевести успеть. Слышь, забери лагерь своим этим луком, пожалуйста. Да блин. Блин, да не сливай больше тут голду. Ну блин, не надо. А, ну все, я как бы все, что хотел, все сделать. Копи. Коплю. Больно.
Смотрите, я теперь темно предложил, вы все довольны. Нет. Да ну вас не принес, чего хотите. Ну то есть на нас покидали бомбы, теперь ты предлагаешь, чтобы мы их не кидали. Ну так это все превратится в неизвестно что. Как будем это все делать? Короче, он тут под моими границами город ставит, видимо, специально, чтобы до твоей столицы добраться, кореец. Судя... Так не дай ему это сделать. К сожалению, не могу никак. Так что я думаю, через... Ну, он еще не поставил, но он следующим ходом поставит. Ну, это печально, что...
Я все жду, когда Линдекс совершит. Все ждут. Хоть что-то. Я ничего не могу, успокойтесь. А зачем ты тут сидишь всю игру? Не знаю, вот ты зачем сидишь? Ну, у меня есть какие-то шансы. Я не говорю, что я ничего не могу. По-моему, столько же. Так ты же говоришь, ничего не можешь. Не могу, но я пытаюсь. Ну ж, сожги его тогда к херам. А, подожди, разве можно передавать сплин? Нет, с жизни, надо, чтобы он восстановился. Ну, блин, ара. Блять. Я... Ну, да, точно. Так он восстановится до половины тогда? Нет. Нет, он не восстановится. Да, давайте откатим, подождите. Кто может откатить, ребят? Попробуй передай ему, если восстановится в жизни, то грузим. Нет. Откуда, с чего это он вдруг должен восстанавливать жизнь? А было ж там когда-то такое? Когда... Это когда ты захватываешь город. И, в смысле захватываешь? Бы, ну, захватываешь город и захватываешь его обратно, тогда полжизни сразу остается. Ну, свой город возвращаешь. Попробуй. Ясно. Ну давай тогда ход закончим все-таки. Не будем же мы теперь ходить еще один таймер. Сейчас. Линдекс, Сара. Ну, торец. Да я пытаюсь, у меня юнит все не заканчивается, не заканчивается. Ну таймер закончился. Новый, блин, дает. Что ж, там это случилось, а не закончил. Друг мой Линдекс, где ты, блядь? Я. Это вот слово, что ты сказал. А что тут воды больше, чем суши. Это ты понимаешь?
Сейчас он две ракеты в Филадельфию перекинет. Одну перекинул. И прям долетит? Долетит. А, да, только одну пока может. Да, этого хватит, собственно. А вас что, в бомбоубежище не уходили? Что? Что? А почему в бомбоубежище вы не выходили? Я не успел. Ты издеваешься? Ты еще просто не успел. А Линдекс даже не в войне? Mm-mm. А вам оно надо? А ты Филадельфию сломать не можешь, француз? Нет. Он же... Я высаживаюсь там, и он Б-17 убивает мне все. Ну ты же сам почувствовал, поэтому... Твой паштизм. Ну да. Ну, как бы... 7 секунд до конца таймера выставил. На своей территории я высадился. Это принципиально? Ну, как бы да. О, у него уже эти бегают парашютисты красненькие такие. По территории. С чего бы это вдруг?
Я пойду покурю. Задолбался так лифте. Я вернулся. Вовремя. Да тут уже пофиг, в принципе. Я в тебя верю. Да я в тебя верил, а ты вот... Мне реально не хватает времени на это все. Вот реально. А знаешь почему? Рассказать? Ну? Мне вначале подсадил, не знаешь? Понятия не. В чем то вообще? Он решил Пхеньян не захватывать? Не. Ну а смысл? Он его забирал? Не-не, посмотрите на его счастье. О чем? Ему только сейчас захватывать. В Филадельфии ему жизнь стоила, считай, как по сердцу, ножом. О, да. Кстати, а сколько у него, интересно, минус? 14. Или позже сейчас скажу точно. 14-14. Приятненько. Так что не все так плохо, как вам кажется.
Ну, как тебе сказать? У меня все города в ядерном угаре сидят. Да не все. Трое еще жива. Не понял, за счет чего этот путь был разграблен. Ну, кореец, тебе как бы надо против свободы сейчас голосовать. Не знаю, зачем он ее вообще тащил. Забавил бы ему серебро какое-нибудь, и все, и ГГ. Ну да, как-то ты... Я там щелкал что-то как-то очень быстро. Ну так что делать с этим? Забирать, выключать или что? Да давайте вырубим, мы все равно не вышли никто. Да не, ну надо кинуть. Почему? Я выхожу, я хочу кинуть, блин. Что за хрень? Мы в американцы не кинем вообще никакой. Ну, решайте сами, короче. Мне как бы параллельно. Я не имею ни что кидать, он, никого. Он построил бомбы, вот теперь запретим, он на всех кинул. Блин, тогда это самое. Ну, вы даете. Ну, мы с тобой решаем конкретно. Вот ну, просто видишь. Я уже вкинул. А что? Угадай. Ну так скажи, они никак не повлияют, у них не хватит. Я вкинул все на этот сам, на отмену ядер. Прикольно. Ну я проголосовал против отмены, так что там... Значит, у вас 12 в минусе, да? Так что Freedom тогда проходит, так получается? А что это ему даст? Счастье? Да ничего это ему не даст. Нет, ему это счастье не даст. Нам не счастье даст. У меня 45 счастья, я поделюсь. Хорошо, так я тогда что делаю? Типа... За? Так получается? Я против голосую для распространения? Да. Мне в принципе все равно, я уже во все города словил, поэтому... Ну смотри, я обстреливаю Филадельфию. Ты можешь там что-то подойти да. как-то? Потому что захватывать мне ее нечем будет. Есть какой-нибудь быстрый юнит, чтобы он издалека? Прискакал через ядерный синтез. А что, у вас прошлистов нету? Есть, так мы должны высадиться в первой половине таймера. Он их просто B-17 убивает сразу. Понял. Ты обстреливаешь там Филадельфию? Еще нет. Ну, мне еще на Леон скинул. Я, ну, все, убил мне там самолеты. Ясно. Ну, наконец-то Лиддекс приплыл. Я старался. Ну и где, куда смотреть, что происходит? На Вашингтон смотреть? Ну куда?
А чё, они, говоришь, перехватываются, да? А у него, по-моему, нету перехватчиков вообще. Зато у меня есть. У меня только ядреные бомбы. Ну, брось так, брось. Молодец. Не, ну ему счастье как бы убил совсем уже. Как? Все трейды упали, плюс я люксы пограбил. Минус 16. Ну нормально, чё. Ну, плюс уран пограбил. Ну, в общем, как-то так. Он уже в роботах. Ему одна теха до XCOM'а. Ну, по XCOM'у хожу. А, уже? Ну, что я могу сказать? Он бросил ядерку, короче, на все мои подводные и надводные суда. А как он их увидел? Ну, как он? Под Вашингтоном они стреляли, по-моему. Как он их увидел? Зачем они там стояли? А как я могу обстреливать город? Ну, в общем, ладно, проехали. Ну, шпион, видимо, должен был там сидеть. Обстреливать город я кораблями обстреливал. Шпион должен сидеть. А ты, блин, я ж видел у тебя авианосец. Я думал, ты поплыл туда авианосцами с этими с нет, самолетами. Нет, линкорами. Так что, можешь Филадельфию обстрелять? Да я обстреливаю каждый ход ее. Просто у меня два бомбера только осталось, поэтому не жди от меня многого. Иксы полетели к Сеулу. Сеулу? Плохо. Блин. О, умер. О, прилетел новый. Нет, это тот же. Мне уже нельзя высаживаться. Ага, опять юзаешь запрещенный метод приема. Нет, я ничего не делал, не надо. А ладно, шучу, что ты как это... Не надо меня всерьез воспринимать вообще. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.